Здравствуйте, дорогие друзья. Смотрите, огурец. Сейчас она есть везде, свежий, и она без химических, сейчас сезонный. Пока есть огурец сезонный, кушайте его с утра до вечера. Я вам сказал бы, когда вы будете спать, кушайте тогда тоже, кушайте, потому что она очень полезна. Вы говорите, у нас креатин на почки, туда-сюда чистит почки, камень почки, все лечит, дорогие мои друзья, улучшает зрение. Самое главное, он лечит почки. Сердце очень полезно, для печени очень полезно. Ну, особенно чистит ваши почки. Кушайте его с утра до вечера. Я вам даю очень хороший совет, дорогие мои друзья. Это вот в данный момент кушайте много огурец. Если кто будет много кушать огурцы, сезон когда заканчивается, клянусь, у вас никакой проблем не будет. С почки самое главное. Печень, сердце и у вас зрение, глаза улучшится. Всевышний Аллах это создал просто чудо.